Ты часто заказываешь на сайте AliExpress и тебя еще ни разу не кинули? Ну поздравляю, ты молодец! Но мошенников на сайте AliExpress хватает. Советую установить AliExpress помощник. Это плагин для нашего браузера, который нам поможет найти хорошего продавца, а именно посмотреть общий рейтинг, посмотреть, что же пишут люди о данном продавце. Также в правом верхнем углу у нас есть быстрый доступ, горячие товары, бестселлеры, мол AliExpress. Также быстрый поиск по сайту AliExpress, можем посмотреть купоны и скидки, которые действуют прямо сейчас. А также можем быстро отследить нашу посылочку, которая нам едет. Вуаля! Сам пользуюсь и вам рекомендую. Ссылочка в описании. Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Все Китай. Итак, сегодня у нас посылочка из сайта Banggood. И здесь у нас смартфончик очень интересный. HomeTom HT 3 Pro. Это Pro-версия, скажем так, популярного смартфончика HomeTom HT 3, который стоит недорого. Сейчас можно купить за $50. Но у него характеристики нормальные. Батарея на 3000 мАч. Ну а здесь у нас уже Pro-версия, скажем так, добавили оперативки, добавили встроенной памяти, поставили более-менее лучший процессор, скажем так, убрали баги, которые были в прошлой версии, в обычной. Ну давайте посмотрим, хватит говорить. Итак, посылка приехала с сайта Banggood, я реально не пожалел, что заказал на сайте Banggood. Во-первых, зацените упаковку, это пенопластовый коробок, реально ничего не будет в данной посылочке, это во-первых. Во-вторых, посылочку отправили тот же день, это круто, вообще реально круто, и доехала за 2 недели, очень быстро, почта, не знаю, что это за почта у нас здесь, но почта Нидерландов доехала очень быстро, круто. Ну и в-третьих, скажем так, оценили данную посылочку вообще мало, $22, написали MP4 плеер. Ладно, хватит болтать, давайте уже наконец-то откроем данную коробенцию и посмотрим. Доехало у нас все в целостности и сохранности, конечно, пенопласт это хорошо, но блин, главное, чтобы он не развалился и весь стол меня не испачкал. Я пенопласт вообще не люблю, знаете, это такой противный звук, когда его режут. Ух, да. Так. Стоимость, друзья, я заказывал за $85, но, знаете, цена плавает, она меняется, так что ссылочка будет в описании на данный смартфон, зайдете и посмотрите, какая будет актуальная цена, когда выйдет данный видео. Итак, та-дам, коробулька хорошая. Здесь у нас еще уплотнитель есть. Ну, молодцы. Так, давайте коробульку в сторонку уберем. Хороший уплотнитель, шикарный. Вот он, HomeTom. Убираем в стороночку. Смотрим. У нас процессор MTK6735P. Хорошо, 2 сим-карты. Ну, это понятно. Android у нас 5.1. Отлично. GPS у нас, A-GPS. Отлично. Экран у нас 5 дюймов, HD разрешение. Камера у нас основная на 8 мегапикселей, интерполяция до 13, ну, в принципе, нормально. В обычной версии была камера на 5 и интерполяция до 8. Фронталка у нас на 2 мегапикселя, интерполяция до 5. 2 гигабайта оперативной памяти, 16 встроенной, батарея на 3000 мАч, это реально круто. Как по мне, это очень даже хорошо. Здесь у нас и майки, все круто. Итак, давайте откроем. Ну, коробулька обычная, скажем так, минимализм. Так, вуаля. Так, что у нас в комплекте? В комплекте у нас есть USB, фирменный или нет. Нет, просто обычный микро-USB, без каких-либо там опознавательных признаков, что это HomeTom у нас, да? Блин, давайте сделаем вот так. Так, насколько, ну, скорее всего, на 1 ампер. Сейчас посмотрим. Да, на 1 ампер у нас, вам, скорее всего, наверное, не будет видно, но на 1 ампер у нас блочок зарядки. Есть у нас инструкция. Давайте посмотрим, русский есть. Да, друзья, зацените, есть русский язык. Ну, да, одна страница. Но есть, друзья, есть русский язык. Ладно, это хорошо. Ну, минимализм, вообще нет ничего, скажем так. Давайте в сторонку уберем, чтобы все красиво было. Данный смартфончик я заказывал знакомому, так что у нас будет обзор, но не будет опыта эксплуатации, скажем так. Ну что, прикольно, прикольно. Знаете, на что он похож? На Dugi Valencia Y100 Pro. Да, был у меня такой смартфончик. Кто не видел, ну я ссылочку где-то оставлю. Реально, один в один. Один в один, вообще ни к чему не подкопаясь. Буквально изменить надпись HomeTom на Dugi и все. То же самое. Такой у нас мыльница, скажем так. Стекло у нас 2.5D. Давайте пленочку уберем, потому что с пленочкой это, ну, вообще никуда не годится. Итак, убираем в стороночку. Так, у нас еще одна пленочка осталась, хорошо. Давайте запустим. Нет, давайте, наверное, посмотрим, что же у нас здесь под капотом. Ну, реально, один в один. Офигеть. Зачем заморачиваться над дизайном, если есть уже проверенный? Да, итак,
снимается так же. Вот реально то же самое. Один в один, да. Здесь у нас потолще идет. Вот такая вот штука. Да, молодцы, молодцы. И батарея. Батарея ядреная. Вот да, батарейка хорошая. 3000 мА. Но, конечно, я все проверю тестером и узнаем, насколько же она здесь у нас. Итак, убираем этот скотч из контактов наших. Итак, вуаля. Итак, здесь у нас две сим-карты формата микро и microSD. Написано, поддерживается до 64 гигабайт. Но мы посмотрим. Моделька и Mei, все круто, сделано в Китае, конечно. Где же еще? Так, кнопки у нас на крышке. Ну, скажем так, это и хорошо, и плохо. Если что, можно заменить крышку. Тем самым замените и кнопки. Ну, знаете, в руке сидит неплохо. Но вот Xiaomi Redmi 3 намного компактнее. Ну, вот реально намного, хотя... Здесь также у нас дисплей на 5 дюймов, но он намного компактней. Запускается. У нас кнопочки. Home Tom. Ждем. 2,5 дена. Блин, есть, в принципе, нормально. За такую стоимость. Динамик у нас снизу где-то. Здесь у нас микрофон. Так, грузись давай быстрее. Думай. Наверное, первое включение. Нет, не первое включение. Итак, красиво довольно все-таки. Посмотрите. Вуаля. Да ладно, чистый Android у нас. Ну, смотри, как прикольно. Ух, неплохо, неплохо. Так, давайте сразу по яркости. Яркость у нас максималочка вот здесь. Вот максималка. Ну, друзья, ну, скажем так, неплохо. В принципе, за свою стоимость нормально. Углы обзора плюс-минус также неплохие. Но я бы яркости еще добавил, но, к сожалению, больше нету. Итак, давайте сразу поставим русский язык. С этим проблем, я думаю, не будет. Да и вообще... Здесь у нас чистый Android, по сути. Русский всегда есть. Русский, украинский, все хорошо. Да, есть. Запускается все, в принципе, неплохо. Экран, давайте посмотрим. Мировижн у нас есть. Хорошо, яркость. Яркость у нас на всю стоит. Автояркость у нас есть. Да, есть, но явно она работает так себе, если честно, друзья. Прикольно, прикольно. Где-то видел, жесты у нас есть, да. Жесты всякие, какая-то интересная штука есть. Давайте посмотрим версию Android. Скорее всего, да, 5.1. Модель HT 3 Pro. Все хорошо, обновление у нас последнее. Хорошо. Есть у нас беспроводное обновление. Надеюсь, все будет хорошо. И обновления будут, реально будут. А не так, знаете, есть и есть. Итак, погнали. Давайте посмотрим. Ну, работает довольно-таки все шустро. Четырехъядерный процессор, хотя и, ну, слабенький, но справляется вообще со всем. Даже можно какие-то игрушки играть. Так, Play Market у нас есть. Go клавиатура у нас есть. В принципе, мусора как бы нету. Здесь какая-то клавиатурка. Итак, давайте проверим. Давайте яркость, наверное, чуть поменьше. Но я бы не сказал, что яркость прям такая уж крутая. Но я думаю, хватать будет с головой, потому что у меня свет здесь реально ядреный. Итак, где наша камера? Камера, не вижу камеры. Так, давайте что-нибудь интересное проверим. Где у нас здесь текст есть? Вот мои отверточки. Давайте проверим камеру. Давайте в настройках посмотрим, что у нас здесь стоит. 13 мегапикселей, да, интерполяция до 13. Давайте стандарт весь экран поставим. Видео у нас пишет высокое качество, скорее всего, у нас здесь Full HD, без проблем. Итак, автофокус, давайте, друзья. Да, автофокус работает. В принципе, даже неплохо. Давайте еще текст возьмем поменьше. Вот у меня есть вот такой вот текст. Давайте, авто. Давай еще вот так. В принципе, неплохо, друзья. Как неплохо? Среднячок. Итак, давайте мы видео запишем, посмотрим, сколько у нас здесь пишет видео. Есть у нас автофокус. Да, автофокуса у нас, к сожалению, нет. Нужно только тапать. Но, в принципе, нормально. Раз, два, три. Всем привет, с вами Димон, да. Итак, давайте. Максимальная громкость. Да, автофокуса у нас, к сожалению, нет. Нужно только тапать. Но, в принципе, нормально. Раз, два, три. Всем привет, с вами Димон, да. Ну,
Динамик реально средний, ну и запись так себе, микрофончик не особо крутой получился, точнее его запись. Итак, смотрим. Да ладно. Видео у нас снимать только в HD качестве, ну в принципе, я думаю, этого хватит за свою стоимость. Фоточки, в принципе, даже ничего, друзья, я вам скажу, за свою стоимость фоткает нормально. Ожидать, что здесь будет супер камера, реально не стоит. Давайте проверим громкость по-нормальному, скажем так. Зайдем в звуки. Где наши звуки? Звуки, вот наши звуки. Давай, думай. Да, конечно, звуки здесь просто сногсшибательные, особо не проверишь, но в принципе громко, не круто, да, но нормально, за свою стоимость, в принципе, даже ничего. Давайте фонарик проверим. Ну, фонарик, конечно, вообще здесь не очень, если честно, друзья. Смотрите, вообще ничего почти не видно, но ладно, есть и есть, на этом спасибо, скажем так. Ну что, друзья, вот такой вот смартфончик нам приехал из сайта Banggood. HomeTom HT3 Pro версия. В первое впечатление, неплохой смартфон, стоит недорого. Android 5.1, 2 гигабайта оперативной памяти, это плюс. Также 16 встроенная, это также неплохой плюс. Ну и камера, скажем так, не лучшая, но за свои деньги она сносная, нормально. Вспышечка, конечно, так себе, но мы проверим, как она снимает ночью. Помогает вспышка или вообще нифига не помогает? Итак, первое впечатление, хороший добротный бюджетник. Вот реально хороший добротный бюджетник. И вот такая вот распаковка у нас получилась от данного смартфончика. Можете поставить лайк, подписаться на канал «Все Китай». Конечно же, будет, скажем так, обзор. Постараюсь сделать как можно быстрее, потому что данный смартфон мне нужно отдавать в ближайшее время, скажем так. Ну что, друзья, всем спасибо, всем пока, позитива и удачи. Пока-пока!